Градские улицы станут беговыми трассами уже 2 сентября. На них выйдут профессионалы и просто любители бега. Они пробегут по площади Ленина, каскаду прудов, парку Шамсинур и городскому пляжу. На выбор участников дистанции в 42, 21, 10 и 3,5 километров. А пока альметьевские любители бега упорно тренируются. И несколько десятков человек готовятся к Татар-ран еще с весны. Все они спортсмены-любители. 32 или 33-я тренировка получается с момента нашего начала. Поэтому мы сделали очень большой объем работы. Уже многие вышли на уровень тот, который позволяет им уже даже показывая такое время, ну, выступать на более крупных соревнованиях. Начинали с азов. Просто учиться правильно бегать. Некоторые последний раз бегали в школьные годы. Кто-то занимается бегом несколько лет. Поэтому важно найти ко всем индивидуальный подход. Народ, который с нами занимается, они готовы на свою дистанцию. Каждый занимается настолько, насколько он может. Никого не заставляем. То есть каждый пробежит столько, сколько он сможет. Если на начальном этапе спортсмены развивали выносливость, то сейчас работают над скоростью. Некоторые значительно шагнули вперед. С ними тренер занимается отдельно, готовя их к марафонской дистанции. Эта тренировка была особенной. Ее посетила особенная гостья, олимпийская чемпионка на дистанции 3000 метров с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова. Хорошо знакомая татарстанским любителям легкой атлетики, она уже встречалась с альметьевскими любителями бега на марафоне в Нижнекамске. На этот раз она собирается пробежать 10-километровую дистанцию. Я бегаю сейчас, я в полиции служу, поэтому у меня еще полицейские эти старты, МВДшные, поэтому... Но это мне приносит, конечно, удовольствие. Гульнара поделилась своим опытом подготовки к марафонам, приняла участие в тренировке, а также ответила на вопросы спортсменов. Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».